们Обожаю, если совсем не любит.
Иван Павлович, что служит экзекутором, такой видный, толстый, что прямо приступа нет, как закричит на меня. Ты, говорит, не толкуй меня, Пустяков, что невеста такая и такая. Ты мне прямо скажи, сколько за ним движимого, сколько недвижимого. Столько ты, столько, говорит батюшка. Он говорит, врет, собачья дочь. А еще такое словечко приклеил, что прям неприличко тебе сказать. Я сразу смекнула, что это видный господин. Вот. А еще кто? А еще? А Николай Иванович Анучкин. Ой, это такой великанный. А губы, мать моя, малина. Малина. Мне говорили, нужно, чтобы невеста была хороша собой. Чтобы была воспитанная и чтобы по-французскому умела говорить. Вот такого поведения деликатного человека. Немецкая штучка. А сам такой субтильный, ножки тоненькие. Ну нет, мне эти субтильные как-то не того. Ой, ну хочешь... Не знаю, я ничего не вижу в них. Ну хочешь поплотнее? Ну возьми Иван Павловича, ведь какой славный жених-то, уж барин так барин, вот прям в эти двери не войдет, о какой славный. А сколько ему лет? А молодой человек еще, лет 50. А нет, нет, еще нет 50. А как фамилия? Фамилия? Иван Павлович Ижев. Это фамилия такая? Фамилия. О, боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, это что же, если я вдруг выйду за него замуж и буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Вот, знаешь, что такое. Ну, мать моя, знаешь, на Руси такие прозвища есть, но только как-то плюнешь и перекрестишься, когда услышишь. Ну, не нравится тебе прозвище. Ну, возьми Балтазар, Балтазар, это же Ванька. Ну, славный же жених. А какие у него волосы? Волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший. Все на своем месте. Только не прогневайся, на квартире у него одна трубка стоит. Хочешь, никакой нет мебели. Ну, еще кто? А еще? Акиф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник. Немножко, правда, заикается, но такой скромный. А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. Ай, пьет! Ни при каком пьет. Но он же титулярный советник. А зато потом такой тихий, как шел. Ну нет, я не хочу, чтобы у меня был муж пьяница. Ну твоя мама, мать моя, не хочешь одного. Ну возьми другого. А впрочем, ну что ж такого, если иной раз и выпьет, да? Ну он же не всю неделю пьяный. Иной день выберется трезвый. Ну а еще кто? Ой, ну есть еще один. Ну, бог с ним. Вот эти будут почище. Ну кто же он, кто? Ой, да не хотелось бы про него говорить, а? Он, конечно, отборный советник, петлицу носит, но куда тяжел на подъем. Из дома не вытянешь. Ой, ну а кто еще-то? Ведь ты же сказала, что 6, а тут всего 5. Ну, эх, тебя разобрало-то. А дальше ведь было испугалась. А что, да что дворян-то твоих? Хоть у тебя их и 6, а купец один. Станет за всех. А дворянин Сапалетный, как выйдет и скажет, что, купчишка, а ну скрути с дороги. И скажет, а ну подай, купчишка, мне бархат у самого лучшего. И купчишка, извольте, батюшка, извольте, батюшка. Еще скажет, сними шляпу, купчишка. Вот что скажет дворянин. А дворянин, купец, если захочет, не даст дворянину сукна. Вот дворянин-то и голенький, я в чем ходить дворянину. А дворянин? За рулица. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин сенатором. А купец губернатору. А дворянин... А врешь ты, врешь. А дворянин... Дворянин, бо
больше терпит, чем Зинатка, разносилась дворянином. А дворянин при случае так шепнет шапку, как и всякий другой. А дворянин? А дворянин? А дворянин? Никак звонит.